и там подарочки лежат под елочкой кому-то из наших родственников. Да. А ты спроси, как там Снегурочка? А как там Снегурочка поживает? Да, Дедушка Мороз, я на это, на представление вон то пошла, там на абхазском все было, а когда я уже, Дедушка Мороз же в синем костюме, а вот я увидела, там ниточка у него какая-то была, и я поняла, что он не настоящий, Снегурочка злая какая-то вышла. Сына. Да. Ну, мне вообще это... Мне очень это представление не понравилось, потому что я люблю, когда Дед Мороз настоящий, еще вам книжку подготовила, хотела отдать. Но я же все равно зоркая, все равно все увижу, все как будто экстрасенс, в общем. А ты ему еще стишочек какой-нибудь скажи. Стишок. Скажи. Я вам расскажу стишок. Про зиму какой-нибудь. Про зиму. Я могу на абхазском вам такой коротенький. Нам учительница по абхазскому коротенькие дает. Асы, асы, а ой, тасы. Анзида. А это шласы, шласы. Там две строчки только нам дает она. Да, хорошо, спасибо. У нас такие хорошие дела. Ремонт сейчас делаем. Хотим стекла, двери поставить. Еще шифоньер поставим. В общем, и так далее. Еще ремонт не закончен. А ты скажи, на следующий год вы придете ко мне в гости, если получится. Если будет время, скажи. Да. И вы когда-то, я помню, вы ко мне приходили, я в том доме тогда жила. В синем костюме. В синем костюме ко мне приходили. Хорошо, Дедушка Мороз. Скажи, а в каком кафтане, какого цвета ваш наряд будет? Наряд какого Спасибо. Цвета будет? А наряд какого цвета будет, когда вы придете ко мне? У вас? Красного цвета или синего? Да. Красного? А, красного иногда Санта-Клаусы бывают. Американские. А у Снегурочки? Ну, а у Снегурочки, конечно, как всегда синий, я так и поняла. Но иногда белый бывает, я беленький, например, видела. Милечка, а ты спроси, можно я под елочку загляну? Вот вы волшебство какое-то сделали, спроси. Скажи, уже можно под елочку заглянуть? А можно уже под елочку заглянуть? Может, за какое-нибудь заклинание скажете, и сразу подарки появятся. Вспомнил? Сегодня ты по утрам уже больше. Ты посмотри. Лото был. Что было? Я рубил? Что, Дедушка Мороз? Ой, я увидела! Ой, что? Ой, что это? Как? Появилось уже? Что там, Мэмми?
случайно раз. Хорошо. А утром что? Хорошо, Дедушка Мороз. Бабка. Спасибо большое за подарок. Всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо большое за подарочки. До свидания. До следующего года. До следующего года. До свидания. Все, Эмиль?